Всем привет! Меня зовут Ким Тэ Хён. Я преподаватель корейского языка. Сегодня я хочу сказать о этой выражении. Чонманэйо. Это значит ничто. Почему я хочу сказать об этом? Потому что я очень часто заметил, что русские люди очень плохо произносят, когда они говорят это слово. Потому что у нас совсем другие языки. Особенно произношение очень другое. Поэтому ничего страшного. Хотя у вас есть много ошибок с произношением корейского языка, это ничего страшного. У меня тоже много ошибок, когда я говорю на русском. Просто тебе нужно проверить свой ошибку. Если вы хотите говорить по-корейски точно. Хорошо? Окей, хорошо. Тогда сейчас вы можете произносить это слово. Чонманэйо. Окей, хорошо. Хотя я не слушал вас в живую, но я уже знаю, как вы произносили это выражение. Я уверен, что вы говорили это выражение как эти. Чонманэйо или чонманэйо. На самом деле, эти выражения ругательство. Поэтому, когда вы говорят по-корейски чонманэйо, который значит ничто, вам нужно аккуратно. Потому что у нас совсем другие произношения и несколько слов у корейского языка у вас нет. Поэтому иногда очень сложно точно произносить корейский язык. Хорошо? Окей. Хорошо. Тогда сейчас я объясню об этом. Смотри, эти буквы. Чу, чу, чу. На самом деле, второй буква чу. Это у вас нет. Поэтому что очень сложно произносить эти буквы для вам. Это ничего страшного, но просто нужна практика. Если вы хотите говорить по-корейски точно, хорошо? Окей. По принципе, у корейского языка расположение языка очень важно. Потому что корейский язык создается с расположением языка. Хорошо? Окей. Тогда первая буква «чу». Когда вы говорите эту букву, расположение языка находится среднее. Как «чу». Среднее. Находится среднее. Хорошо? Запомни это. И вторая буква «дбэджу» «чу». У вас нет это, поэтому что произносить это для вас, это очень сложно, я понимаю, просто практика. Когда вы говорите вторую букву «чу», расположение языка наверх, поэтому вы должны поднимать язык, хорошо? Первый, поднимай язык, потом назад. Чу. Так. Поднимай язык. Еще раз. Поднимай язык. Потом назад. Чу. Хорошо? Окей. Последний. Чу. Это самый крепче. Это тебе нужно, вам нужно говорить это крепче. Хорошо? Это тоже. Поднимай язык. И потом вперед. С воздухом. Окей? Как «чу». Еще раз.